Нет, я говорю, что это плохо. Это да. А зачем ты неоправданную жестокость поставил? Ну, пусть будет. Потому что она была отвязана, по-моему. А пойдем пак заберем как-нибудь. Сейчас заберем. А ты флаги поднял? Сейчас подниму. А ты кто хочешь, ты забрать пак, да? Или чтобы я забрал пак? Ну я бы тоже чуть-чуть забрал. Ну пойдем на тебя. В принципе, пока это поставится. А, надо с этим, наверное. Глазами. Нет, страшный скин. Блин, кошка силовая. Бывают другие. Бывают разумные. Доктрина какая-то странная. С твердолобостью. Давай бей. Да бью, бью. Да бью, бью. Видишь, ты даже не просел все равно. Я бы так просил. Ну все хорошо. Конечно. Блин, у меня кошка там. Да кошка фигня. Критует, падла. Да не может быть. Сейчас бы её тут. Эти подлаги дурацкие. Так, инвиз. Инвиз, 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 инвиз. Надо идти меча забирать. Что-то нету лифа никакого. Забрал. Что-то пропустил. Ай, меч как раз спрятался, да, знаешь, как ты этот дуга, наверное, забрал. Блин, прекрасный ласхит у меня. Давай я возьму, может. Так, ладно, иди бери, иди бери, иди. Ой, там сейчас дурачка будет. Или не будет. Эй, чуваки, давайте! Нападай ты уже на него! Ты давай нападай нахер. Я копье брошу, нужно, чтобы кто-нибудь залетал. Инага! Да все уже ушли оттуда. Чего такое? Сейчас он будет играть к тебе. А это ты мигаешь? Нет, нет, не я. Кто-то мне помигал. Велика. Стоял. Фига себе, он к тебе пришел. А что там? Меня, блин, подлагивают. В тот самый момент, когда я должен ласт хитнуть.
Че, не кота хотят? Доктрина? Манка. Шок. Вообще не боюсь. Кота? Ну, гоу-гоу, кота. Даже ножа не взял. В смысле, топора. Кстати, я реально иногда таким крупным становлюсь. Ну, я в каком-то стане, когда прибываю, я огромным становлюсь, просто кровавым. Да чё он стоит там, кулачище с тобой? У-у-у. Чё он там стоит? Ща я его расскажу сейчас. Куда он попал? Не знаю. Я думал, он пойдет. Лол, не сдох, он как обычно. Да иди. И меч пришел. Блин, а я обхожу все это дело. Да ты там что? О, отлично. Ногу ешь. Ногу ешь. Отлично. Мансуй. Да пытался. Кто меня убил? А, кошка в последнем... А, меч без ульты был. О! Красава. Яби-ябу. Он ее ударил, он снял ее заставил и побежал куда-то. Ладно, я вниз пошел-то. Блин, они там продолжают что-то? Они продолжают, да. Хрен с ним, короче. Помирайте. О, тычечку. Ну, нормально, ногу убили. Океанус. Блин, это же надо было. Океанус. Блять. Че ты материшься? Я... Я в говно. Я устал. Я больше не буду. Нервный день. Вот чё меч попёрся вниз? Вот ска... Он взял и вниз пришел на лайн к себе. Ну? Что ну? Кто он должен прийти? Ну, наверное, наверху остаться стоять. Может, он это... Вера не позволяет. Да, Вера. Южный ветер. За эту барана весь пак просрал. Ладно. Офигенный глюк. Я ультой прыгнул в кошку, а она... Короче, не допрыгнул. Прыжок был. Потратилось, но не допрыгнул. Пусть она хочет меня убить. Не хочет. Ну, где золото заберем? И пойду.
Клак, ну давай, ты прыгай. Не надо, что ты прыгнул. Кошка без кошки. Вау! Кошка без кошки, да. Кулак без кулака. Кулак без мозгов. Я рад. Ну, тут даже не поспоришь. Да что ж такое-то происходит? День там дух. А у него ульта уже ни хрена на 16-е. Вот это странное сейчас было действие, непонятно. Мне кажется, пора бегать гангой, да? Есть вторая ульта, да? Да. Уж давно. Я 17-й. Поздравляю. Ладно, я пойду-то попробую на доктор, что ли? Ага. Красочка, отходи. Ты на доктор идешь или ты красочка? Да блин, он красочка, отходи, потому что тут принц. Да ёб твою... Жесть. Я из стана выйти не мог, там один, второй. О, все пришли что-то. Что-то хотят. Нет, 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 нет. И меч пришел. Опять там краска, да ё-моё. И Нага там все. Никита, Стас. Оу, там все. И доктор. Смотри, не попадись сейчас там. Не-не. Я сама аккуратность. Mm-hmm. Ну ладно. Не трожьте. Вниз. О. На кошку. Здесь змей не съест, она собирается меня укусить, я чувствую. Отлично. У меня, по-моему, ульта от доктрины вошла, да? Да. Ну ладно. Я нагу вырубил. Блин, принца добить-то там. Да, да, я добыл. Кошку, кошку, кошку. Доктор, 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 доктор. Давай. Меча, меча. Эх. А если бы кулак стал бить меча... Ну да, краска бы выжила. Не умерла. О, это ульта, наверное, есть по-любому. Что? Куда ты? Куда он? Он вылетел, куда что? Куда ты пошел? Так, отлично, ТП от меня. Победа! Понятно. Бывает.
Ну ладно, вот и капитанами стали. Та-дам!